Митрополит Воронежский Лискинский Сергий возглавил богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Евангелие недели торжества православия напоминает о призвании Христом Нафанаила, а также о том, что святое благовестие обращено к каждому. И важно, по словам владыки Сергия, хранить нашу православную веру. Евангельский отрывок о встрече Христа и Нафанаила читался за богослужением в главном храме епархии. Иисус перед встречей со своим учеником уже знал его имя, знал, какой у него характер, какие мысли. Бог также хорошо знает и нас. Но чтобы поверить в Бога, Нафанаилу надо было преодолеть свое сомнение. Встреча с Господом – это соединение двух стремлений – человеческого и божественного. Наши предки проходили в то время, когда отрицались Бога. Отрицались всего, мечтали построить царство не небесное, не Божие, а земное, здесь, на земле, говоря, что кто был никем, тот станет всем. Но потом эта политика привела нашу страну к тупиковому концу пребывания. И мы с вами через опять мучение и боль начали искать свой путь. Сомнения охватили и людей в первые века христианства, когда возникла ересь иконоборчества. Ересь, появившаяся в Греции, распространилась тогда по многим странам. Почитатели святых икон подвергались гонениям большим, чем от язычников. Церковную смуту удалось преодолеть в IX веке. Также был установлен благочестивый обычай благодарить Бога за ее преодоление. И чтобы мы со смирением призывали Божие благословение на нашу деятельность, на нашу жизнь, и чтобы Господь дал бы нам мира в нашей жизни. Я желаю вам всем помощи Божией. Я желаю всем, кто нуждается в эти дни, чтобы эту помощь получали. Также архипастырь напомнил, что ничто не делает нас сильными так, как сплочение и поддержка друг друга.